Новосибирцев просят соблюдать меры предосторожности во время пасхального богослужения в храмах города. Горожанам старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуют отказаться от участия в религиозных церемониях. Кроме того, в храме следует обязательно находиться в защитной маске. Священнослужителям во время таинств исповеди также необходимо соблюдать масочный режим, а дистанция между посетителями должна быть не менее 1,5 метра. В помещениях религиозных организаций должны быть обеспечены условия для антисептической обработки рук и температурный контроль при входе. От проведения обрядов должны быть отстранены священнослужители с повышенной температурой тела.